Еще раз, пожалуйста, скажите. Я вам сказал уже, выдвинул свое законное требование покинуть автобус. Так, если я не покину, если что вы, будет? Если вы не выполните моего законного требования, я буду вынужден применить к вам физическую силу, специальные средства ограничения подвижности, после чего вы будете доставлены в отдел полиции номер 2. Ага, вы отказались уже выполнить мое законное требование, предоставить мне документ, удостоверяющий личность. Законное требование не было законным, понимаете? Законное требование будет разбираться другой человек потом, если вы обжалуете мои действия. Угу. Если мои действия неправомерны. Обязательно. Пожалуйста, обязательно. Да, если мои действия будут неправомерны, вы обжалуете их в установленном порядке. Обязательно они будут обжалованы. В установленном порядке, дело в том, что вы понимаете, вы сейчас нарушаете уголовный кодекс. Я еще раз. Превышение полномочий. Превышение полномочий, это будет Следственный комитет разбираться. Будет у меня в этом моих действиях превышение полномочий или нет? Так они уже есть. Я вам выдвинул свой закон. Вы мне угрожаете физической силой. Я не угрожаю, я вам сказал, я буду вынужден применить физическую силу. Вот. Я вам не сказал ничего больше. На основании федерального закона о полиции буду вынужден применить к вам физическую силу, специальные средства ограничения подвижности. Почему? Потому что вы не выполняете моего законного требования. Так ваше законное требование незаконно. Тем самым в ваших действиях имеет состав административного правонарушения, предусмотрено статьей 19.3 Кодекса о правонарушений. Неполнение законного требования сотрудника полиции. Так законное требование нету. Законное требование. Понимаете? Законное требование, когда я что-то нарушила. Я еще раз вам сказал, что вы нарушили. Так я не нарушила ничего. Я еще раз вам повторяю, вы нарушили указ губернатора Архангельской области. Губернатор, указ губернатора распространяется только на его подчиненных. Я еще раз повторяю вам, если в чем-то я неправ, можете мои действия обжаловать. Указ губернатора не является основанием для того, чтобы население терроризировать, как вы терроризируете сейчас. Я никого не терроризирую. Как же нет? Я никого не Хотите, чтобы я надела маску? Причем на этом настаиваете. Остановил автобус водитель. Это что, не террор? И вызвал полицию. Это что, не террор? Так это значит, кто кого затерроризировал-то? Как это? За вас, может быть, граждане не успели. Из-за меня? Из-за вас. Водитель нарушил несколько статей. Это самое, даже уголовного кодекса. Не говорю про КАП. Какие? Сейчас почитаю. Почитайте. Надо было заранее почитать. Так что заранее? Вот я вам читаю, значит, нарушены 14.8 КОАП РФ пункт 5. Значит, пункт 3 426 и 437 Гражданского кодекса РФ нарушены. Статья 76 и 15 Конституции РФ нарушены. Прошу прощения, сейчас секундочку, я подойду к вам. Номер 56 и так далее.